Чисто. Брукс, дверь твоя. Наши задачи таковы. Высаживаемся за заводом. Проникаем внутрь и отмечаем точку высадки. Ясно? Ясно! Бокс на старт! Есть! Возвращаюсь к мамочке. Кто-нибудь понял? Он нас встретит на посадочной площадке. Возможно, перебои связи, погода ни к черту. Прищуришься и почти как дома. Похоже, тут было не так уж плохо. Мы с отцом тут недалеко на лодке катались. Раньше тут было лучше, это уж точно. А зачем ваш отец сюда прилетел? Хотел для себя и семьи лучшей доли. Да, с приходом СДФ все поменялось. Он воевал? Оставь сержанта в покое, Ида. Не-не-не, капитан, я не против. Слушай, дружище, мой отец жал на курок. 32-я бронетанковая. А, победа или смерть? Именно так. Выжил в двух авиакатастрофах на Деймосе. Яблочко недалеко упало. Достаточно далеко. 32-я, это же армейские. Я стараюсь его убить. Что-то есть. Тут было неплохо. СДФ вторгся и устроил здесь трудовой лагерь. Отец вовремя ушел отсюда. Да, этим явно не так. Вот, сюда, вот здесь. Нужно зачистить эту зону и добраться до топливной башни. Брукс, Касима, обеспечить охрану. Мы с капитаном сворачиваем налево. Сержант. Итан, поддержи их. Сэр. Вражеская активность впереди. У охраны есть ищейки. Оставайтесь в тени. Не светитесь, капитан. Осторожность врага. Значение скалы Бана вас не видит. Внимание, разведчики справа. Понял. Рассредоточимся, капитан. Сюда. Не высовывайтесь. Что там у тебя, Касима? Вражеская мега. С ней патрули. Советую зайти внутрь. Ясно. Этим я займусь. Еще один. Дальний вход. Идет к вам. Готов. Все под контролем. Пусть пройдет. Не советую с ними встречаться. Принято. Сектор под контролем. Иду к вам, капитан. Брукса на Касиме встретимся позже. Множественные цели на выходе. Ваша очередь, капитан. Квадрат чип. Уничтожены. Теперь чисто. Спасибо за помощь, напарник. Внутри охрана. Мы в норме. Впереди две цели. После вас, капитан. Уничтожены. Теперь чисто. Еще, прямо по курсу. Не светитесь, капитан. Готов. Пока не нашли.
Бросаю антиграф по моему сигналу. Замочим их! Готово! Пройдем через этот аванпост. Помоги мне! Нужно открыть дверь! Есть! Кажется, здесь удобно сесть. Места хватит для разгрузки двух воронов. Передаю. Возмездие, рейдер 1-1. Посадочная площадка защищена, нужна артиллерия. Принято. Рейдер, сбрасываю груз. Нужно зачистить тут, чтобы птички сели. Рассыпьтесь. Огонь по вашей команде, капитан. Там ящик. На 12 часов. Перегруппировка за мной! Рейдер главному, маяк установлен, можно садиться. Как слышно? Принято. Время прибытия в сил 3 секунды. 3 секунды до касания. Отойди от маячков! Ворону на посадке! Как только закончим здесь, выдвигаемся к топливной башне. Подорвем топливную башню, и СДФ-10 будет заправляться. Отлично! Вот это здорово! Бьемся рядом с этой хренью! Что, сержант? Инженер Макалом отправил это с броней! Сказал, это подарок капитану! Что это мы такое видим? Боевой танк Си-12. Ручное управление огнем. Очень тупой. Очень мощный. Он точно за нас! Надеюсь, он как Итан, только клевый. Не смешно. Внимание! Заправка в полукилометре по каньону. Держать позиции за бронетехникой. Мои парни, за мной! Ясно! Нам нужно взять станцию. Через ворота. Выдвигаемся! Ура! Имейте в виду, что с этими Си-12 были несчастные случаи. Что за случаи? Есть данные, что они склонны в бою внезапно атаковать своих. Твою мать, это правда? Нет. Заканчивай с этим, Итан. Есть, сэр. Сканируйте свои сектора, мы приближаемся. Еще один транспорт сверху. Какое оживленное движение. Башня, слева. Это наша цель. Строимся в боевой порядок на этом гребне. Разведать обстановку. Не высовываемся. Сидим тихо. Брукс, что видишь? Патрульные по всему периметру. Вход один через главную дверь. Ясно. Броня нам в помощь. Итан, что там с тем Си-12? Его ракеты связаны с наручным компьютером капитана. Метку на цель. Запускайте, сэр. Да. Шквальный огонь. Вот это да!
снести топливную башню! Ворота уничтожены! Пошли! Вперед! Зачистим. Надо добраться до башни. Сержант, вступить в СКАР никогда не поздно. Вижу, вижу одного! Если электроника не повреждена, может перезагрузить Си-12? Сержант! Понял! Всем бортам САТА направиться с бронетехникой башни!
Чума, я рейдер. Мы в секторе. Готовьте авиацию. Как слышно? Нет приема, рейдер. Повторяю, нет приема. Чума, Солтер, повтори. Связь потеряна. Поднимается шторм. Внимание, у нас гости. Может, наша авиаподдержка? Это не наша. Это они! Подохнем на коленях. Ни здесь, ни где-либо еще. Нужно скорее уходить, пока по нам не бьют. Мы останемся и дождемся авиаподдержки. Нет, я хочу видеть флаг на той башне. Остались лишь мы. Ну, у нас все. Выдвигаемся с теми, кто есть. Как повезет. Вы уверены, штаб-сержант? Так точно, сэр. Наша задача — взорвать топливную башню. Да. Да, но нам пора. Быстрей! Итан, открой шлиф. Есть, штаб-сержант. Это на крышу. Прикройте нас крупным калибром. Дойдете, скажете. Итан, ты со мной. Есть, сэр. Сюда, сэр. Вы двое. До встречи в аду. Точно. Поднимемся по лестнице и выберемся. Капитан Рейен. Шансов на победу нет. Мы похороним ваших братьев, выследим сыновей. Смерть не бесчестие. Я на месте. Наши на горизонте! Капитан! Возьмите угол 040! Посмотрим, каков ты в деле, Коч! Я выведу этого туза из игры, капитан! Будь осторожен, Крот! Это ж как в вулкан плевать, сэр! Спасла твою задницу. Почему так долго? Не было связи. Я знала, что вы победили. Вовремя. Внимание на экраны. Смотрим оперативную сводку. Мы лишились Си-12 штурмовых машин. Без их артиллерии, чтобы взять башню, надо атаковать с воздуха. Маккаллум указала на турбину для отвода газа. Мы ударим по ней, давление подскочит, и башня взорвется. Ну что, готовы к веселью?